тут на стоянке. Прыгай на крышу машины. Снова ехать на крыше? Да ты джентльмен. Но в прошлый раз все сработало. После адской вздрючки, которую ты им устроила, они будут злые. Загнанные в угол крысы опасны. Спасибо, страшила мудрый. Они сзади, на пикапе! Шила, не забывай жать на газ. Ладно, мы все пристегнуты, кроме тебя. Еще пара таких дел, и город будет наш. Что люди там, в доках, и сидят в контейнерах. Нужно открывать все подряд, пока не найдем приз. Тогда скажи своим не лезть вперед. Не хочу кого-нибудь подстрелить. Ха-ха, разумеется. На этой шахматной доске королева ты, и мы это знаем. Он должен быть где-то здесь. Тут все контейнеры набиты людьми. Здесь нет. Так, здесь его нет. Thank you.
Барыжники. Франера! Франера, я... Брент! Я на свободе! Кажется, кто-то напал на акул! Я сбежал! Где ты? Не знаю! Стой! В переулке, рядом с южной станцией монорельса. О, нет, они снова здесь! Нужно прятаться! Брент! Брент! Нет, нет, не сейчас! Мне некогда с этим разбираться. Шейн, у тебя есть люди рядом с южной станцией монорельса? Бренту нужна помощь. Да не вопрос, я разберусь. Я скоро буду. Когда я бежала к Бренту, мне было хорошо. Рядом с ним я как будто дома. Перестаю сходить с ума, паниковать и цепляться за воспоминания, просто чтобы успокоиться. Он моя опора. Я мечтала снова увидеть его. Крошка, но работа еще не кончилась. Я отпущу его только когда в городе все наладится, обещаю. Стой, скаута! Не делай так. Еще парочка заданий. Ранера! Нет, нет! Я снова сходила с ума. Нужно было найти воспоминания, пусть даже самое плохое, чтобы держаться. К бездомным относятся как к тараканам. На тебя всегда смотрят косо. А потом была первая доза. И оказалось, что быть тараканом неплохо. За эти ощущения мы были готовы на все. Брент понимал, куда все идет. Он не хотел, чтобы я пропала вместе с ним. Но я уже подсела. Мне это было в кайф. Я не могла остановиться. Не могла. Мне был нужен контроль. Шейн забрал Брента. И меня понесло. Похоже, что ваше тело устояло и одарило вас новыми способностями. Да, похоже. Хотите их увидеть? Давайте. Попробуйте меня взять. Вы сдерживаете свою силу, мисс Уокер. Может быть. Давайте еще раз, я устрою вам шоу. Гулять больше нечего.
Потрясающе. Почему вы не показали это раньше? Потому что вы не дали мне повода это сделать. Пригнали бы дезовцев, получили бы полный фейерверк. Осторожнее с желанием. Следуйте за красными линиями. Держитесь в центре. Здесь нет выхода. Все запечатано. Сейчас я разрешаю вам нападать на голограммы моих людей. Но только при одном условии. Не скрывай своих способностей от меня. Супер! Столько лет бегала от этих парней. Драться веселее! Иди сюда. Почему вы злитесь на проводников, мисс Уокер? Мы же все в одной лодке. Что вызывает такую ярость? Почему вам это так нравится? Вам кажется, что мир пошел на вас войной? Но иногда помощь гораздо ближе. В этом задании вы должны создать свою собственную реальность. Хорошо, мисс Уокер. Хорошо. Оружие всего лишь инструмент. Оно помогает добиться цели. Эй, я не твое оружие. Хватит болтать про мой гнев и лезть ко мне в голову. Я хочу драться! Агенты Деза были такими же, как и вы. Проводниками, которые нуждались в моей помощи. Но чтобы получить работу, они должны были выжить.
Выручай, турель! Похоже, вам нужно больше противников. Будут. Видите? Вы оружие. Когда мы выбрали вас, я заткнула рот прессе. Уничтожила все документы. Потому что поняла, что вы можете принести пользу. Я здесь из-за силы. С нею я снова нормальна. Нет, вы здесь из-за того, что сделали. Хотите выпустить ярость? Направьте ее. Сражайтесь! Тренировки дают результат.
Идите веселее, мисс Уокер, иначе долго не протянете. Отлично, мисс Уокер. Продолжайте в том же духе, и вы получите работу. Садитесь. Вы говорили о том, как Шейн предал вас. Когда с акулами разобрались, Шейн решил шантажировать начальника полиции, чтобы провернуть какую-то важную сделку. Он пообещал, что если я соглашусь ему помочь, то он отпустит Брента. Я знала, что это ложь. Люди Деза все прибывали, и мне нужен был план «Б». Проблема. Дес хватает моих людей почем зря. Если так пойдет и дальше, у меня их совсем не останется. Некому будет охранять твоего брата, понимаешь? Помоги ему. Знаешь, я с удовольствием научу твоих парней, как не попасть в лапы Деза. Не надо на меня наезжать. Копы сели мне на хвост. И все из-за твоих чертовых лазеров. Выдохни, чувак, я все сделаю. Если разгромить комплекс, будет меньше народа и больше кислорода. Ладно. Только не забудь про моих парней. Не забуду, босс.
так, Десс. Сегодня я приду к вам домой, и вы попляшете. Они быстро строят. Спасибо, придурки! Я давно мечтала это сделать. Даже школьницы круче вас! Маленькие Шейны, бегите! Эй, вы проваливайте! Черт, они увеличиваются! Шавки! Ну, тихасец, твои громилы снова пасутся на природе. Ты такая хорошая, преданная работница. Пожалуй, тебя надо наградить. Проныра! Брент, куда он тебя посадил? Не знаю, но это не важно. Беги, пока Тесс тебя не стапал. Видишь, детка, если ко мне по-доброму, я дам немного Брента, а если нет, то отниму у Брента ухо или зуб на выбор. Говорят, мой брат у Шейна. Мне жаль, но я его знаю. Пока ты ему нужна, Шейн ни за что не отпустит Брента. Ты по опыту знаешь? Слушай, я хочу тебе помочь, но это должен быть наш секрет. Встретимся в научном центре, и я все объясню.